6 октября 2024 года состоится республиканский референдум. Правом на участие в референдуме обладают граждане республики, достигшие 18-летнего возраста. Референдум проводится на принципах добровольного участия, свободного волеизъявления, а также всеобщего, равного, прямого и тайного голосования граждан. На референдум вынесен вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане. Важен голос каждого. Центральная комиссия референдума Республики Казахстан. Компания «Теплэко» – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэко» работает по принципу русской печи, быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэко». Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7 707 343 62 82. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Ғалам ТВ қосымшасын барлық iOS, Android онлайн дүкендерінен және Smart TV-ге жүктеуге болады. Өзіңіздің смартфон, планшет немесе компьютеріңізде, сондай-ақ Smart TV арқылы отандық теле, радио арналарды тегін көре аласыз. Ғалам ТВ әлемнің кез келген нүктесінен контентке қол жеткізу. Ғалам торы бар кез келген жерде. Көрсетілім үшін LAN Wi-Fi немесе 3G, 4G секілді қосылудың кез келген түрін қолданыңыз. Телеарналарды мұрағаттан тамашалаңыз. Электронды телебағдарламалар кестесінің көмегімен демалысыңызды тиімді жоспарлаңыз. Ғалам ТВ әрдайым және әр жерде. Хотите, чтобы ваш бизнес стал успешнее? Мы предлагаем вам эффективный способ продвижения. Реклама в Instagram-аккаунте телеканала «Первый Северный» поможет узнать о вас тысячам новых клиентов. Стабильно высокие просмотры и активность наших подписчиков увеличат объемы ваших продаж. А еще мы предоставим вам статистику охвата, чтобы вы всегда знали, как растет ваша аудитория. Реклама в социальных сетях – лучший шаг для развития любого бизнеса.